У вас обезглавлен комитет. Валера у комиссара вчера ушел. Да. Капков завтра уйдет, насколько я понимаю. Да? Начальство знает. Будете отдуваться вы? Нет, нет, не я. А кто? А? Ольга, да? Пока Ольга. Так, ну давайте две минутки до 15:05. Просто у нас на самом деле сейчас очень большой путь людей не проникнуть. Говорят, что человек 70. Ну ничего себе. Да. Ну мы в любом случае столько ждать не можем, значит будем начинать, да. Ну по возможности 5. Да, обещался. А я Петич. Пока пошепчемся. А скажите, кто у вас будет? Клянусь, не знаю. Без вранья. Нет, я. Места. И хотя, как вот меня информируют, еще очень много людей из тех, кто заявились для участия, находятся в движении и получают входные билеты, я тем не менее надеюсь, что они все пройдут, потихоньку будут рассаживаться, иначе просто если мы будем их ждать, мы не уложимся в то время, которое мы для себя отвели на проведение этих важных парламентских слушаний. Поэтому с вашего разрешения давайте начнем. Я напоминаю, что темой парламентских слушаний является тема «Законодательная поддержка развития информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации». И несмотря на такое, в общем, громкое и широкое название, в действительности мы не сможем в рамках парламентских слушаний охватить все аспекты этой темы. И, скажу честно, мы хотели бы поговорить в основном о проблемах благосферы, проблемах развития российского интернета, ну и, соответственно, все, что с этим связано, в том числе законодательное регулирование этой сферы. Я хочу напомнить вам, что эти парламентские слушания проводятся по решению Совета Государственной Думы от 7 февраля. Ответственным является Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, хотя с самого начала мы договорились о том, что будем привлекать к подготовке этих слушаний экспертное сообщество, различные институты, которые работают на этом направлении, и представители этих институтов, этих, в том числе партийных проектов, будут сегодня выступать. Я думаю, что, может быть, не надо всех представлять из тех, кто присутствует по эту сторону стола. Рядом со мной Людмила Борисовна Нарусова, она представляет Совет Федерации, две палаты, как видите, участвуют в работе.
Ольга Владимировна Носкова будет помогать мне вести сегодняшние слушания, она у нас основной докладчик. Федотов Михаил Александрович, это человек, который активно помогал нам на всех этапах работы. Я, кстати, напомню, что я возглавляю рабочую группу фракции «Единая Россия» по подготовке предложений к закону, к базовому закону о СМИ, но с самого начала эта рабочая группа перестала существовать как внутрифракционная. Мы с самого начала пригласили туда всех желающих, представителей всех фракций, представителей Совета Федерации, все эксперты. И вот в частности, Михаил Александрович Федотов активно работал в нашей группе, и он является одним из разработчиков тех материалов и документов, которые мы презентовали по результатам своей работы. И он тоже сегодня будет принимать участие в нашей работе и выступать. Я поэтому не буду всех представлять, таблички перед вами стоят, и в ходе работы мы с вами познакомимся. Есть следующее предложение по регламенту работы, я хочу обратить внимание ваше. Значит, мы хотели бы, чтобы докладчик основной выступил 10-12 минут, а выступающие дальше, скажем так, в прениях, до 7 минут. Если мы увидим, что мы в 2 часа не укладываемся, а нам желательно закончить в 17 часам без перерыва, я буду сокращать регламент выступлений, давая лучшую возможность выступить большему числу людей с большим количеством выступлений, а вас прошу, выступая, не повторяться, а высказывать главное, все то, что вам хотелось бы сказать с учетом темы сегодняшних слушаний. Кроме того, у вас на руках имеется проект рекомендаций, мы его тоже обсудим. И еще одно. Могут появиться вопросы. Сразу скажу, что тема острая, горячая. Если мы с самого начала начнем каждому докладчику задавать вопросы из зала, я боюсь, что мы превратим парламентские слушания в жанр круглого стола и политической дискуссии. Все-таки это другой жанр, поэтому я предлагаю другой вариант. Вы направляете нам сюда свои письменные вопросы к выступающим, мы будем их сортировать и потом дадим возможность каждому выступающему по этим вопросам высказаться коротко, где-то ближе к завершению нашей работы. Вот, собственно, тот формат, который предлагается. Не возражаете, коллеги? Возражений нет. Тогда приступим к работе. Я буквально два слова скажу в качестве вступительного слова, хотя, наверное, в этом особой необходимости нет. Но подчеркну самое главное. А главное состоит в том, что интернет-пространство в России сегодня развивается так динамично, как, пожалуй, нигде в мире. Даже статистика об этом свидетельствует. По темпам прибавления количества пользователей интернета мы первые в мире. Мы первые в мире. Если по общему числу мы не являемся лидерами, входим только в пятерку, то вот по темпу заполнения благосферы новыми активными участниками мы лидеры. И это о многом говорит. Интернет-пространство стало очень важной площадкой для обсуждения практически всех тем, существующих сегодня в обществе. Это сегодня и политическая площадка, и площадка развития культуры, и, если хотите, площадка беззакония, потому что сегодня нет нормативных актов, которые как-нибудь, сколько-нибудь эффективно и влиятельно могли регулировать это пространство, и это влечет за собой самые разные проблемы. С самого начала хочу подчеркнуть, что ни среди сидящих в зале, я надеюсь, и среди сидящих по эту сторону, нет желающих использовать инструменты регулирования интернет-пространства для того, чтобы каким-то образом вторгнуться на поле того, что называется полем свободы, полем высказывания различных точек зрения, дискуссий, критики, в том числе критики власти. Этого не только нельзя делать, но это и просто нарушает сам дух нашей Конституции и сам дух тех процессов, которые происходят сегодня в обществе, которые имеют прямо противоположный, на мой взгляд, вектор. Мы сегодня стремимся к дальнейшему расширению пространства свободы и демократизации нашей общественной жизни. Но нельзя не видеть и другое, что отсутствие каких-либо правил, скажу так более сдержанно, которые регулировали бы это пространство, ведет к тому, что затрудняется ведение бизнеса с использованием интернета, поскольку нет правил, а там, где нет правил, значит, регулируют эти отношения совершенно другие нормы или их отсутствие. У нас очень много противоправных действий, которые совершаются в интернете, и с которыми мы все с удовольствием готовы были бы бороться. Это и контрафакт, это и порнография, и все остальное, что явно не нравится, в том числе и самым активным пользователям интернета. И не для этого он был
придуман, и не для этого он предназначен. Другими словами, я думаю, каждому нормальному здравомыслящему человеку, в том числе активному пользователю интернета, совершенно понятно, что должны быть прозрачные, понятные, эффективные правила, которые были бы регуляторами жизни наших граждан в блогосфере и, соответственно, в выходящих за ее пределы сферах жизнедеятельности общества. Вот об этом я и предлагаю поговорить сегодня. Хотя, еще раз повторяю, что у нас нет готовых решений, хотя есть некий базовый текст, который мы презентовали, он висит, это продукт работы нашей комиссии, о которой я сказал. Сегодня этот базовый текст, как некая концепция закона, есть в базе комитета по информационной политике и информационным технологиям, и об этом мои коллеги сегодня скажут. Вот если позволите, я на этом закончу свое вступительное слово, и хотел бы, чтобы Ольга Владимировна Носкова выступила с таким затравочным, плохое слово, с докладом, который поступит отправной точкой для нашего дальнейшего разговора. Пожалуйста, Ольга Владимировна. Ну, лучше, конечно, чтобы вас все видели. Уважаемые участники встречи, я рада возможности обсудить с вами проект нашего закона, но прежде всего действительно должна сказать, что Олег Викторович прав, и тот проект, который я могу презентовать как один из результатов деятельности нашей рабочей группы, он действительно давно уже вывешен на сайте нашего комитета, и все заинтересованные лица имели возможность с этим проектом ознакомиться, и с многими замечаниями, которые были высказаны по поводу этого проекта, мы уже имели возможность ознакомиться и обсуждали их на заседаниях нашей рабочей группы. Но прежде всего я бы хотела сказать, наверное, что расширение сферы информационной деятельности, развитие информационных технологий обусловило практически появление такой отрасли законодательства, как информационное право. И мы не можем сейчас говорить, что, обсуждая законодательство об интернете, мы начинаем нашу с вами деятельность с нуля. Это было бы не совсем корректно, потому что у нас есть федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, закон о средствах массовой информации, о связи, об электронной цифровой подписи, об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Это далеко не полный список. Сегодня нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере информационных технологий, присутствуют практически во всех отраслях права. Тем не менее, общество ощущает потребность в дальнейшем развитии именно этой части законодательства. Наша рабочая группа подготовила сначала концепцию модернизации информационного законодательства Российской Федерации по нормативно-правовому регулированию общественных отношений, формирующихся в процессе информационной деятельности в сети интернет, а затем и соответствующий законопроект. Ну, как я говорила, этот законопроект вы имели возможности прочитать в интернете, и он прошел широкое обсуждение на различных общественно-политических площадках, публичное обсуждение и в комитете, и с многими заинтересованными участниками, членами интернет-сообщества. И здесь я вижу, кстати, в зале многие знакомые лица, с которыми мы конкретно и предметно обсуждали содержание нашего законопроекта. Я полагаю, что большая часть конструктивных предложений, поправок и здравых идей, высказанных по поводу нашего законопроекта, были нами в работе учтены. Хотелось бы специально подчеркнуть, что мы изначально исходили из высочайшего социального значения вопросов, связанных с интернетом, который воспринимается обществом как важный инструмент обеспечения гражданских прав и свобод. Поэтому при подготовке законопроекта, а равно при его обсуждении, широко привлекалось экспертное и профессиональное сообщество. Рабочая группа работала в режиме максимальной информационной открытости. К работе над поправками были привлечены самые широкие экспертные круги, практически все известные юристы-специалисты в области информационного права, представители интернет-медиа, независимые интернет-эксперты. Я бы хотела сейчас кратко остановиться на основных аспектах подготовленного нами законопроекта. Прежде всего,
Разработанный законопроект о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон об информации и информационных технологиях и о защите информации в целях установления особенностей государственного регулирования деятельности, осуществляемой с использованием глобальной компьютерной сети, получился, с одной стороны, достаточно демократичным и либеральным. Он соответствует самой природе сети. С другой стороны, он решает задачи по поддержанию публичного правопорядка в регулируемой сфере и установлению эффективных мер ответственности за нарушения. В законопроекте впервые установлены легальные определения всех необходимых базовых понятий в их системной взаимосвязи с базовыми понятиями других отраслей законодательства. Так, легально определены такие понятия, как интернет, веб-сайт, распространение информации посредством веб-сайта, пользователь глобальных компьютерных сетей, оператор веб-сайта, провайдер и так далее. Это позволяет четко очертить круг регулируемых отношений и в дальнейшем упростит совершенствование других аспектов законодательства, связанного с интернетом. Решен вопрос территориальной юрисдикции России в рассматриваемой сфере. Предлагаемая юридическая конструкция вписывается в уже имеющуюся систему аналогичных привязок в других отраслях российского права. Далее. Закреплены основные ориентиры дальнейшего совершенствования российского законодательства в условиях развития интернет-технологий. То есть установлены определенные принципиальные позиции, которые потом, по мере необходимости, будут развиты в отраслевом законодательстве. Но даже до внесения дополнений в соответствующее законодательство на сегодняшнем этапе они уже закроют самые проблемные участки. Например, закреплено, что единственной причиной безусловного введения ограничений осуществления прав и свобод человека и гражданина в сфере использования интернета, речь идет об отключении сайта, отключении от сети и так далее, может быть нарушение прав, причиной этой может быть нарушение прав и свобод других лиц, доказанное в судебном порядке. Установлен прямой запрет ограничения или блокировки прав пользователей без суда. Мне кажется, это важно. Закреплена необходимость расширения участия граждан Российской Федерации в управлении делами государства с использованием технологий электронного правительства, избирательных прав, права на обращение, повышение доступности для граждан публичных услуг посредством использования сети интернет. В законопроекте установлены цели, задачи и разграничения полномочий по вертикали в части государственного регулирования в сфере применения информационных технологий. Специально отмечена роль и значение саморегулирования информационных обычаев, сетевого этикета, а главное, четко установлено, когда они применяются и в каких объемах. Очень важное положение. Установлены пределы действия международных договоров по вопросам деятельности, осуществляемой с использованием глобальных компьютерных сетей. При этом специально оговорено, что протоколы технического регулирования порядка организации и функционирования глобальной компьютерной сети и ее сегментов регламентируются исключительно компетентными международными органами, если иное не установлено международными договорами Российской Федерации. Таков далеко не полный перечень существенных положений нашего законопроекта. Таким образом, в разработанном законопроекте впервые системно даются ответы на все основные вопросы в соответствующей сфере. Кто регулирует, кого, как и в каком объеме. При этом разработчики исходили из максимальной сбалансированности жестких и мягких методов регулирования. Нам представляется, что принятие данного законопроекта позволит устранить существующий в настоящее время системный пробел нормативного правового регулирования в сфере деятельности, осуществляемой с использованием глобальных компьютерных сетей в Российской Федерации, создаст условия для дальнейшего эффективного совершенствования отраслевого законодательства в части установления особенностей применения информационных технологий в различных сферах. Я считаю, ну, как руководитель рабочей группы, естественно, что наш документ находится в высокой степени готовности, и, наверное, было бы целесообразно объединить результат усилий работы нашей рабочей группы с теми результатами, которые существуют у других групп и заинтересованных сторон, которые тоже хотели бы поучаствовать в создании законодательства, связанного с деятельностью интернета. Поэтому, может быть, одной из рекомендаций наших сегодняшних слушаний было бы создание рабочей группы, ну, например, при президенте Российской Федерации, где бы мы действительно сконцентрировали и наработанный нами опыт
А мне он кажется действительно, может быть, это и не скромно звучит, но мне он кажется действительно серьезным основанием для дальнейшей разработки этой темы. Ну и еще, мне кажется, что было бы чрезвычайно важным сделать так, чтобы этот проект, ставший основой, или тот продукт, который будет результатом деятельности совместной рабочей группы, прошел бы такую же экспертизу всего нашего общества и интернет-сообщества через как раз интернет, так как у нас получилось с законом о полиции, который имел очень большой резонанс и в обществе в целом, и в интернет-сообществе тоже. Поэтому я полагаю, что то, что подготовила наша рабочая группа, и то, что будет на основе результатов деятельности нашей рабочей группы развито также, было бы правильно представить интернет-сообществу для детального обсуждения всех заинтересованных сторон. Вот, собственно, это то, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. Спасибо, вы уложились во время, даже сэкономили его частично нам. Присаживайтесь, спасибо. Я хотел бы предоставить слово Людмиле Борисовне Нарусовой. Она, кстати, активнейшим образом работала в нашей рабочей группе по доработке базового закона. И она возглавляет соответствующую комиссию по информационной политике Совета Федерации. Имеет самое прямое отношение к обсуждаемому сегодня вопросу. Людмила Борисовна, наверное, там удобнее было бы, если вам удобно. Так, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Комиссия Совета Федерации по информационной политике хотела бы поделиться с вами соображениями и теми наработками, которые существуют у нас по рассматриваемой проблеме. В современном обществе уровень развития информационно-коммуникационных технологий прямо влияет на интенсификацию экономики на новых принципах. Они существенно меняют, и в этом, понятно, их природа, те естественные процессы, которые идут в сторону их ускорения. Но процессы эти бывают как положительные, так и отрицательные, и мы этого не должны забывать. Важнейшее их качество – это то, что они позволяют обрабатывать неизмеримо больший объем информации, чем это было раньше. И главная задача – поставить эти технологии на службу российскому государству и его гражданам. В течение последних 6 лет наша комиссия уделяла значительное внимание вопросам создания и совершенствования нормативной базы использования информационных технологий. И основные проблемы, с которыми мы столкнулись, я и хотела бы вам изложить. Напомню, что 6 лет назад, когда ваша покорная слуга впервые выступила, это, по-моему, было в газете «Известия», с проблемой правового регулирования в интернете, на меня обрушились ушаты вообще всего, чего только можно, потому что пытались обвинить в том, что я вообще хочу регулировать виртуальное пространство и так далее, и так далее. Хотя речь шла именно о правовом регулировании такого очень современного коммуникационного средства, как интернет. И мы говорили тогда о том, что речь не идет об установлении, образно говоря, единой температуры мирового океана. Речь идет об правовом регулировании тех процессов, которые выходят за рамки законов, действующих в государстве. И раз в государстве эти законы есть, и они должны действовать, то люди, работающие в интернете и пользующиеся интернетом, прежде всего должны находиться в правовых рамках. И тогда же было много сказано о том, что если в интернете распространяется та информация, которая наносит вред национальной безопасности, например, инструкции, как собрать пояс шахида, как организовать и провести теракт или тому подобные вещи, если в интернете можно найти адреса, где можно приобрести сексуальные услуги несовершеннолетних детей и тому подобное,
то за это должна быть ответственность. Именно на этом были сосредоточены наше внимание, и я очень рада, что за эти 6 лет плоды этих усилий уже есть. В зале присутствует Марк Твердынин, центр безопасного интернета, где уже на практике проведены и осуществлены те технологии, о которых мы говорили. Но, естественно, правовой базы, к сожалению, на сегодняшний день, которая бы в полном объеме регулировала эти процессы, нет. И парадокс ситуации заключается в том, что интернет, понятие интернет, которое упоминается в очень многих важнейших правовых актах Российской Федерации, это Гражданский кодекс, кодекс об информации, информационных технологиях и защите информации, Таможенный кодекс, закон об обеспечении доступа с информацией о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и многие-многие другие акты, где упоминается термин интернет, но в базовые понятия, относящиеся к информационно-коммуникационной сети интернет, они нигде не определены четко. Что юристы это понимают, как никто, дает правоприменительной практике невозможность использовать те законодательные акты, даже те, которые уже существуют. И в этом, в связи с этим наша комиссия инициировала разработку модельного закона об интернете, он так и называется, который в октябре прошедшего года был одобрен в Петербурге на заседании постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по культуре, информации, туризму и спорту. На сайте вы можете познакомиться с этим модельным законом, который, кстати сказать, приняли наши коллеги в СНГ. Говоря об интернете, нельзя упускать из виду и тот факт, что огромная польза этой технологии несет не только, как я уже говорила, положительное влияние. Последние 3-4 года комиссия по информационной политике, работая над правовой базой функционирования российского сегмента сети интернет, постоянно сталкивается с тем, насколько лавинообразно возрастает количество и, главное, качество угроз, которые исходят от сети. И это распространение порнографии, мошенничества, киберпреступности, вовлечение в занятия проституцией, пропаганда экстремизма, терроризма, распространение вредоносных программ и много-многое еще. И совершенно очевидно, что этим угрозам надо противостоять возможными способами и в первую очередь для нас, законодателей, совершенствованием правовой базы. И совершенно очевидно, и здесь бьют тревогу во все колокола наши педагоги и родители, что несовершеннолетние пользователи интернета, которых в количестве, по оценкам экспертов, от 8 до 12 миллионов человек, несовершеннолетних пользователей интернета, они особенно нуждаются в защите. В этом направлении уже есть успехи. Так созданы две горячие линии, внесены некоторые изменения в законодательстве. Однако Россия по этому направлению по-прежнему, к сожалению, отстает от европейских стран и от такой продвинутой в этом вопросе страны, как Америка. Как нам представляется, наибольшую обеспокоенность в обществе вызывает вовлечение посредством интернета детей и подростков в занятия проституцией, угроза для детей со стороны педофилов, торговля детей и суициды детей-школьников, которые по уже имеющимся случаям чаще всего происходят после непосредственного общения подростков в интернете. Нельзя не сказать в этой связи также о том, что в силу трансграничности и прозрачности интернета скорейшая ратификация, вот это та задача, уважаемые коллеги, которая стоит перед нами, скорейшая ратификация России ряда международных актов, например, таких как Конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, представляется очень и очень актуальной. Зарубежные страны столкнулись с этими интернет-угрозами гораздо раньше нас, и в мире уже наработан бесценный опыт противодействия им. Я думаю, что от представителей интернет-сообщества сегодня мы можем об этом услышать.
Нас не может также не тревожить, что в интернете возможна и демонстрация сцен насилия, жестокости, организации кибертравли. Получили распространение такие правонарушения, как использование сообщенных в интернете, в том числе обманных сведений, для организации преступлений. Интернет, я уже говорила, мошенничество. Посредством интернета подростки и дети вовлекаются в экстремистские и прочие преступные сообщества, пропагандируются и оправдываются самоубийства. Как я уже упоминала, вот вредоносные программы. Факт приема общественной горячей линии Центра безопасного интернета, о которой я вот сегодня упомянула, в России 800 сообщений ежемесячно с информацией детям о различных интернет-угрозах. Вдумайтесь в эту цифру. 800 сообщений ежемесячно. Опираясь на мировой опыт, анализируя ситуацию в России, можно сказать, что безопасное использование интернета, очевидно, представляет собой абсолютно комплексную проблему. И огромная роль в этом должна принадлежать общественно-государственному партнерству. Не смогут законодатели создать целый корпус законодательных актов без взаимодействия с обществом, с интернет-пользованием, с интернет-специалистами. Опыт показывает, что организация такая, как вот Центр безопасного интернета, на основе подобного партнерства мы можем вместе выполнять задачи создания саморегулируемых механизмов по выявлению и прекращению оборота противоправного контента. Следующим шагом в этом направлении, по нашему мнению, должно создание единого центра, помогающего разыскивать похищенных и пропавших детей по образцу Соединенных Штатов, Национальный центр по проблеме детей. Этот центр мог бы вести как активную информационную деятельность, так и оказывать содействие правоохранительным органам в розыске пропавших и похищенных детей, число которых с каждым годом неуклонно растет, к сожалению. Представители интернет-сообщества, работающие на основе общественно-государственного партнерства, могли бы также помочь в решении такой масштабной задачи, как обучение пользователям приемам безопасной работы в сети, защите сети, работе с обязательным использованием специального программного обеспечения. Второй комплекс задач – это решение вопросов, связанных с переводом предоставления услуг в электронную форму. И речь идет о формировании специализированной инфраструктуры производства и предоставления информационных услуг в таких областях экономической и социальной жизни, как электронная коммерция, решение проблем трудоустройства, дистанционное обучение, телемедицина, справочные информационные услуги местных, региональных, центральных органов власти. Законодательная база как бы для этого имеется, но она явно недостаточна. С одной стороны, мы имеем важнейшие документы, как, например, программу «Государственное информационное общество 2011-2020 годы», концепция формирования электронного правительства, утвержден план перехода на предоставление государственных услуг и так далее. Но с другой стороны, и это очень важно, вся основа этой нормативной базы досталась нам от общества, которое было построено на бумажке, справке, печати, личной подписи. И с этой точки зрения это нуждается в изменениях практически все, вся основа нашего законодательства. Для того, чтобы действия, совершенные посредством информационно-коммуникационных технологий, стали юридически легитимными. Например, электронная цифровая подпись. Еще несколько лет назад был принят закон об электронной цифровой подписи. Но вот сейчас, буквально 28 февраля, три недели назад, на заседании комиссии по модернизации, президент России Дмитрий Медведев заявил, что руководство страны готово к внедрению универсальной электронной карты по всей стране. А сегодня стало известно о том, что до 1 мая правительству дано поручение это подготовить. И что получается? С одной стороны, закон есть, и он уже несколько лет существует, но он настолько расплывчато и урывками написан, что правоприменительной практики нет, электронная подпись в реалиях нашей жизни не действует. Я понимаю, что весь этот мой пафос надо обратить нам самим в порядке самокритики, почему мы принимаем законы, которые в принципе нужны
но в правоприменительной практике не используются, и нужно повторно, сейчас президент внес в Государственную Думу новый закон, связанный с этим, и я думаю, что здесь работа наша будет более тщательной и без излишней торопливости. Нуждается в создании нормативно-правовая база функционирования национальной платежной системы, связанной с казначейской системой, для того, чтобы государственные услуги оказывались в автоматическом режиме. И тогда только это электронное правительство перестанет быть химерой, по выражению президента. К сожалению, в формировании электронного правительства мы по-прежнему сильно отстаем. И понятно, что вот я представляю Палату регионов, и мы сталкиваемся с тем, что очень неохотно на местах, особенно за Уралом, идут региональные власти на формирование электронного правительства. По международным рейтингам наше место 50-70-е колеблется, и это просто недостойно для нашей страны. Кроме того, внутри нашего государства существует большая разница в уровне информатизации регионов. Наиболее продвинутые там Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург. Но в принципе, где не в больших городах уровень информатизации, особенно в органах государственной власти, чтобы были они транспарентными и доступными, очень и очень оставляет желать лучшего. Поэтому работа по созданию открытого информационного ресурса, она отражает не только степень цивилизованности общества, но и готовности его к модернизации. Вот я хотела сказать о том, что с 2006 года наша комиссия, наша рабочая группа занималась разработкой вот этой унифицированной электронной карты, которая вот только сейчас, не прошло и 5 лет, как эта идея овладела массами и сейчас внедряется в жизнь. И мы на авторитетнейшей международной выставке коммуникационных технологий в 2007 году в Ганновере представляли, вот делали презентацию этой унифицированной социальной карты, которая, к нашему большому удовлетворению, вот сейчас будет повсеместно внедряться и разрабатываться. Но кроме того, по инициативе нашей комиссии разработан модельный информационный кодекс для стран, опять же, СНГ, мы делаем это в таком формате, модельные законы о телемедицинских услугах, о парках информационных технологий и об информационном документе. И в заключение я хотела бы сказать, что охватить весь комплекс проблем, связанных с использованием и развитием нормативной базы информационно-коммуникационных технологий просто в силу дефицита времени нельзя. Сайт Совета Федерации Комиссии по информационным технологиям к вашим услугам. Все наши проекты и все те наработки, которые существуют, доступны. И хочу поблагодарить моих коллег в Государственной Думе и за эти парламентские слушания, и за постоянный интерес к этой проблеме, и пожелать нам совместной работы. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Я хотел бы предоставить сейчас слово Федотову Михаилу Александровичу, председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, активному участнику работы всех наших рабочих групп и комиссий, разработчику, автору самого первого известного закона СМИ, автору новой редакции этого закона и человека, который принимал участие, в том числе в подготовке того закона, который Ольга Владимировна представляла с этой трибуны. Пожалуйста, Михаил Александрович. Спасибо, спасибо. Уважаемые коллеги, я очень рад тому, что сегодня проходят эти парламентские слушания здесь. И более всего меня радует то, что в этом зале столько заинтересованных лиц, потому что тема, которая обсуждается, она действительно имеет огромное значение. Мы живем не просто в информационном обществе, мы живем в обществе, где информация распространяется так быстро, как мы не могли мечтать еще несколько лет назад, и мы понимаем, что информационные технологии, они радикальным образом меняют наши привычные представления. Мы живем, по сути дела, в эпицентре информационной революции, еще не очень осознавая ее реальные последствия.
Я рад, что сегодня Ольга Владимировна Носкова наконец-то рискнула заявить, что проект закона, который так условно мы называли законом об интернете, хотя на самом деле он называется совершенно по-другому, называется о внесении изменений и дополнений в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Вот наконец-то Ольга Владимировна сказала, проект готов, проект есть, и я вам сейчас про него расскажу. Спасибо, Ольга Владимировна, это очень хорошо, это очень такой, я бы сказал, решительный революционный шаг, очень смелый шаг, но если вы делаете смелый шаг, то делайте его уже по полной программе. Я бы понял, если бы сейчас всем участникам парламентских слушаний раздали текст этого законопроекта или хотя бы сказали, на каком сайте в интернете его можно прочитать. Это было сказано, Михаил Александрович, на сайте комитета. Да, то есть он висит, есть. Да, пожалуйста. Все могут с ним ознакомиться. Прекрасно. Значит, этот шаг действительно революционный и сделан по полной программе. К концу дадим. К концу слушаний. Значит, это адрес Государственной Думы в интернете, как я понимаю, Дума.гов.ру, правильно? Комитет по информационной политике. Комитет по информационной политике. Не буду скрывать, что я тоже участвовал в работе над этим законопроектом, и я рад тому, что вижу здесь многих из тех, кто тоже участвовал в этой рабочей группе. Все предложения, которые были высказаны в рамках рабочей группы, все они вошли в окончательный текст проекта, и, как мне кажется, на сегодняшний день проект действительно уже можно считать, что он получился. Хотя, конечно, мне-то лично очень жаль, что в проект не вошла моя идея. Ну, просто, я сказал так, мы все согласились с этой идеей, но никто не понял, я сам даже не очень понимаю, как ее туда интегрировать, эту идею, в этот закон, потому что уровень федерального закона не предполагает такой уровень такой правовой нормы. Я имел в виду закрепить право на доступ к интернету как одно из основных прав человека. Но будем думать, может быть, все-таки удастся как-то эту норму в наше законодательство включить. Что касается идеи Ольги Владимировны насчет создания рабочей группы при президенте Российской Федерации, то, по-моему, идея интересная, надо будет просто над ней подумать, надо будет ее рассмотреть повнимательнее. Хочу сказать, что мы долго шли к созданию этого закона. И здесь Людмила Борисовна Нарусова совершенно правильно сказала, что у нас интернет упоминается в законодательстве уже довольно много. Упоминается даже, есть даже такое понятие, как официальный сайт в интернете. А что такое неофициальный сайт в интернете, вы знаете? У нас в законодательстве есть понятие, вообще, что такое сайт в интернете? Нету. А что такое вообще интернет? Есть понятие в законодательстве? Нету. То есть законодатель оперирует этими понятиями на уровне обыденного толкования. А как быть правоприменительным органом, как быть судом? Суд тоже должен исходить из этого обыденного представления. А есть у нас у всех судей это обыденное представление или нет? Вспомните судебные решения, по которым сайт журнала «Новый фокус», это интернет-журнал, который издается в Хакасии. Значит, судебное решение было сказано конфисковать сайт. Хорошая идея – конфисковать сайт. Естественно, служба судебных приставов очень задумалась над тем, как ей исполнить это судебное решение. А действительно, ведь у этого судебного решения оно неисполнимо, потому что невозможно конфисковать сайт. Хотя бы просто потому, что никто не знает, что такое сайт. Как можно выносить судебные решения по поводу неопределенного объекта? Но теперь, я надеюсь, мы сможем сказать, что мы знаем, что такое сайт, потому что теперь есть определение, которое
наш парламент может сделать законом. Второй момент, по которому мы шли к сегодняшнему дню, это через попытку регулирования отдельных технологических вопросов, связанных с развитием интернета. Давайте вспомним еще концепцию развития единого информационного пространства, которая была одобрена президентом еще в 90-х годах, потом доктрину информационной безопасности 2000 года, потом подзаконные акты, касающиеся отдельных вопросов функционирования, технических, в первую очередь, вопросов функционирования интернета, внесение изменений в закон о связи, но все это касалось именно технологических вопросов, связных вопросов, но никогда не затрагивало содержательных вопросов функционирования интернета. Еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть, то, что у нас появилось за последние годы довольно много законопроектов, которые пытались решить проблему регулирования в сфере интернета. Такие законопроекты приходили и из Совета Федерации, и от депутатов Государственной Думы. Назову только два проекта. Один из них пытался приравнять все сайты в интернете к средствам массовой информации. Не получилось. Кстати говоря, в Казахстане пошли именно этим путем. Они просто внесли крохотные дополнения в закон о средствах массовой информации, теперь по казахстанскому законодательству все интернет-сайты должны функционировать в правовом режиме средств массовой информации, включая порнографические сайты, сайты интернет-магазинов, интернет-банкинг и так далее. Вот все это теперь регулируется в Казахстане законом о СМИ. Как это ни парадоксально. И был еще один проект, который предлагал приравнивать к СМИ все сайты в интернете, кроме, и дальше начинался длинный перечень вот этих исключений. Причем совершенно очевидно, что перечень этих исключений был конечным, а перечень возможных случаев бесконечен, потому что интернет развивается и развивается повседневно. И поэтому автор законопроекта заранее предусматривал, что этот закон в момент своего принятия уже устареет. И будет устаревать каждый день. Поэтому этот вариант тоже, слава богу, не прошел. Последний вариант, известный мне, это проект, который уже внесен в Государственную Думу и уже прошло даже первое чтение, о внесении изменений в законодательные акты в сфере средств массовой информации, телевидения и радиовещания. Даже по названию законопроекта уже понятно, что этот проект неудачно сформулирован, потому что телевидение и радиовещание тоже являются средством массовой информации, что написано в законе о средствах массовой информации. Для того, чтобы сделать такое открытие, не нужно было ничего, кроме как просто прочитать закон, который вы собираетесь менять. Но это, видимо, сделано не было. Значит, вот в этом законопроекте тоже ставится задачка урегулировать деятельность интернета. Там берется только один вопрос, там берется деятельность интернет-СМИ, но при этом это делается таким образом, что возникает гораздо больше вопросов, чем получается ответов. Ну, например, в проекте написано, что сайт в сети интернет, обладающий признаками средства массовой информации, может быть зарегистрирован как сетевое издание по решению его правообладателя в скобках владельца в соответствии с настоящим законом. Как интересно, можно коротенькую норму написать, а в ней столько проблем поднять, неразрешимых на сегодняшний день, что просто диву даешься. Ну, например, вопрос о том, а что такое сайт, обладающий признаками средства массовой информации? Это что такое? Где описаны эти признаки применительно к сайту в интернете? Этого нет в законопроекте. Дальше заявление на регистрацию подает
правообладатель, владелец, в скобках владелец сайта. Так минуточку, а сайт, он является объектом каких прав? В отношении него субъект кто? Владелец или правообладатель? Это ведь разные субъекты права. Правообладатель, он обладает исключительными правами. Владелец обладает вечными правами. Так он кто? Тем более, что в законе о СМИ вообще заявление о регистрации средств массовой информации подает не владелец и не правообладатель, а учредитель этого средства массовой информации. Плюс к этому, там возникает еще масса проблем, которые связаны, например, с тем, что если вы хотите зарегистрировать свой сайт как средство массовой информации, то вы, подавая заявление о его регистрации, автоматически становитесь правонарушителем. Потому что в законопроекте написано, что редакция средства массовой информации начинает свою деятельность по выпуску средства массовой информации после регистрации средства массовой информации. Значит, а вы, у вас сайт-то уже существует? Или вы должны регистрировать свой сайт как средство массовой информации еще до того, как вы сайт создали? Только вот тогда действительно вы не нарушите закон. Вот такие странные коллизии возникают при законопроектной работе в этой сфере. И последнее, о чем я хотел бы сказать. Уважаемые коллеги, обратите внимание на то, что было сказано Людмилой Борисовной Нарусовой. Людмила Борисовна абсолютно точно сказала, что есть международные соглашения, международные конвенции в том числе, которые касаются деятельности в интернете и которые касаются, в частности, такого важного вопроса, как борьба с преступностью в интернете. Есть такая конвенция, она называется «Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации». Она была заключена в Будапеште в 2001 году. Российская Федерация присоединилась к этой конвенции в 2005 году. А в 2008 году вышла из этой конвенции. Потому что мы не можем понять, мы рассматриваем как угрозу своей национальной безопасности одну норму в этой конвенции. Если позволите, я вам ее зачитаю. Сторона может без согласия другой стороны получить через компьютерную систему на своей территории доступ к хранящимся на территории другой стороны компьютерным данным или получать их, если эта сторона имеет законное и добровольное согласие лица, которое имеет законные полномочия раскрывать эти данные этой стороне через такую компьютерную систему. Что здесь могло так напугать тех людей, которые готовили решение о выходе Российской Федерации из этой конвенции, я, честно говоря, не понимаю. При том, что эта конвенция была подготовлена в рамках Совета Европы, но уже давно перешла граница Европы, и к этой конвенции уже присоединились многие другие страны, включая Соединенные Штаты Америки, которые как бы от Европы довольно далеко. Почему-то Соединенные Штаты Америки эта норма не испугала. А нас почему-то испугало. На мой взгляд, нам надо вернуться к этому вопросу и посмотреть, правильно ли мы сделали в 2008 году и правильно ли мы сделали в 2005 году. Когда-то же мы точно сделали правильно. Спасибо. Спасибо, спасибо. Присаживайтесь, Михаил Александрович. Я обращаю ваше внимание, что у нас сегодня среди записавшихся много женщин. Это хорошо, видимо, тема интернета. Это площадка возникновения гендерного равенства. Майя Владимировна Гришина, член Центральной избирательной комиссии. Пожалуйста, вам слово. Да, пожалуйста, Роберт. Пока у нас небольшая пауза, хотел бы сказать, что сайт комитета я выложил у себя в Твиттере и хэштег Дума. То есть вы можете его там найти, кто сейчас, если хочет посмотреть. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение принять участие в этих парламентских слушаниях.
У меня, к сожалению, складывается впечатление, что пока мы с вами двигались параллельными курсами, но не пересекались. Вместе с тем абсолютно понятно, что впереди федеральные выборы, где агитация в сети интернет будет играть достаточно большую роль. А что мы имеем на настоящий момент? Уже 4 года назад, при проведении соответствующих федеральных выборов, у нас были ситуации, когда в том числе приходили жалобы по вопросам, связанным с агитацией в сети интернет. И поскольку, наверное, все здесь знают, что избирательное законодательство достаточно подробное и достаточно жесткое в плане регулирования агитации, то нашлись в избирательном законе нормы, которые были применены непосредственно к агитационному материалу, размещенному в сети интернет, и более того, была признана агитация незаконной и направлено соответствующее представление, как записано в законе, в правоохранительные органы о пресечении проведения агитации. И вот не прошло и месяца, как такое пресечение совершилось, где-то под конец избирательной кампании. Ну, конечно, в целом ситуация ненормальная, поскольку если уж агитация действительно противоправная, то самое главное, чтобы агитация была пресечена вовремя. Мы имеем в виду, естественно, незаконные материалы, которые, в том числе подложные, анонимные, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию, то есть те, которые действительно, или носящие признаки злоупотребления свободой массовой информации, то есть те, которые действительно законодательством признаются опасными и требующими пресечения. Вот. Но таким образом сейчас в ходе выборов к вопросам агитации в сети интернет применяется два подхода в зависимости от того, где такая агитация распространяется. Если она распространяется в интернет-СМИ, то есть СМИ, зарегистрированных в качестве средств массовой информации, то применяются правила агитации в средствах массовой информации. Если идет агитация на иных сайтах, то по аналогии делаются попытки применить нормы, связанные с распространением печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов. В чем разница? Для СМИ у нас короткий агитационный период, 28 дней до дня голосования. Для иных агитационных материалов период ограничен, собственно, непосредственно началом избирательной кампании и выдвижением кандидата или списка кандидатов. Кроме того, имеется правило, не имеющие сейчас исключений о том, что вся агитация, требующая материальных затрат, подлежит оплате из избирательного фонда. Вот здесь, конечно, кроется самый большой комплекс проблем, потому что оценить вообще стоимость распространения агитационного материала в сети интернет достаточно сложно. Таким образом, непосредственно применение норм закона, избирательного закона к агитации в сети интернет, ну, по сути, по аналогии наиболее близкой, конечно, не всегда себя оправдывает. Представляется, что, во-первых, нам необходимо объединить наши усилия и вписаться в том числе в работу, связанную в целом с решением вопросов правового регулирования. Во-вторых, я предлагаю обсудить те подходы, которые вот сейчас у нас выработаны со стороны Центральной избирательной комиссии. Мы не претендуем ни на какую последнюю инстанцию в данной ситуации, просто некоторые заметки. Во-первых, нам видится, что надо учитывать, что именно в среде интернета граждане наиболее полно могут реализовать свое право на предвыборную агитацию, которое в том числе было отражено и в позициях Конституционного суда Российской Федерации от 16 июня 2006 года номер 7П, где было сказано, что, в общем-то, избирательное законодательство не запрещает гражданину проводить предвыборную агитацию. Надо каким-то образом совместить эту позицию с тем, что с жестким требованием об оплате из избирательного фонда и возможно сделать определенные изъятия для распространения агитационной информации именно в формах обмена мнений гражданами. Вместе с тем надо понимать, что
Конечно же, в интернете есть и платная реклама. В этой ситуации, наверное, агитационные материалы, распространяемые за плату, должны, соответственно, оплачиваться через избирательные фонды. Вероятнее всего, необходима специальная отметка в агитационном материале относительно того, что он является агитационным, и его автор – это соответствующий гражданин или политическая партия, или кандидат. Можно еще обсудить такое предложение, как создание независимыми некоммерческими организациями специальных площадок, где будет размещаться агитация на бесплатной основе. Таким образом, действительно, в преддверии федеральных выборов есть необходимость сконцентрировать усилия на выработке правовых позиций, чтобы, с одной стороны, агитация в среде интернет не приобрела формы злоупотребления свободы массовой информации, а с другой стороны, с тем, чтобы и не было чрезмерной зарегулированности, которая бы расценивалась как ограничение, неоправданное ограничение этой свободы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Присаживайтесь. Я хотел бы вас проинформировать, что вот этот сайт, вот его титульная страничка, он как часть думского сайта, правильное название — Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, поскольку я для сокращения полностью название не произносил. А, значит, можно набирать, вот, если правильно я понимаю, да, вот этот вот? 3w.comitet5.km.duma.gov.ru/. Не записали? Еще раз, потом мы повторим в конце еще раз. Потом могут подойти и записать это, чтобы не тратить сейчас на это время. Спасибо. Для информации еще одну информацию сейчас вам представим. Уважаемые коллеги, так как здесь многие приехавшие из регионов, я из-за нехватки времени упустила в докладе сказать одну очень важную вещь. Наша комиссия подготовила вот такую брошюру. Это рейтинг уровня использования технологий электронного правительства в органах субъектов исполнительной власти Российской Федерации. Практически все регионы. И журналисты, которые здесь присутствуют, могут посмотреть, это еще в 2009 году мы издали, о том, какие регионы используют электронное правительство. И наше было предложение президенту при назначении кандидатуры губернатора, при рассмотрении кандидатуры губернатора в числе прочих показателей региона использовать, насколько электронные технологии, в частности доступности органов власти в регионе, распространены в этом регионе. Спасибо. Спасибо. Ну, для того, чтобы окончательно добить мужской шовинизм, я приглашаю на трибуну Ларину Екатерину Геннадьевну, директора Департамента государственной политики в области средств массовой информации, Министерства связи и массовой коммуникации. Пожалуйста. В комитете. Добрый день. В комиссии Совета Федерации. Пожалуйста, извините. Спасибо. По поводу сегодняшней темы, когда начинаешь задумываться, то волей-неволей хочется посмотреть на предысторию вопроса. Да? То, что сегодня у нас кажется очевидным, что интернет фактически можно назвать, наверное, одной из сред обитания современного человека, современного общества. Но мне кажется, важно то, что это не параллельная среда, не параллельная реальность, потому что все равно живем мы здесь. Да? И это именно одна из сред обитания, поэтому еще года два назад мы как-то приняли для себя принципиальное решение, что, по сути дела, в интернете не должны действовать другие законы. Да? То есть там не должно быть разрешено то, что не разрешено в офлайне. Да? Если нельзя, грубо говоря, ругаться матом в публичных местах, то, по сути дела, это как-то должно отражаться в сфере интернета. Тем не менее, преждевременное внесение жесткого регулирования каких-то отношений, связанных с использованием сети интернет, могло бы существенно затормозить его развитие. Но сейчас, наверное, назрел тот момент, когда вот это законодательное регулирование, уже введение каких-то правил, оно востребовано, собственно, и вот тем интернет-сообществом, да, той условной, не знаю,
стратой, да, социальной, которую, в общем, представителями которой, я так понимаю, мы все здесь присутствующие точно являемся в какой-то одной из своих ипостасей, как минимум. С чем это связано в том числе? Необходимо находить решение уже, да, то, что если это пространство дальше будет развиваться по условиях диких джунглей, да, как это было до сих пор, то его развитие на самом деле затормозится, то есть процесс станет контрпродуктивным, я думаю, что это понимают все. Потому что запросы на разные и разные законодательные инициативы, как мы все знаем, исходят отнюдь не только от общественности или от государства, но именно от самого интернет-сообщества, потому что это то, чего на самом деле уже не хватает для того, для перехода на новый уровень развития, да, для того, чтобы, так сказать, переходить в свет и выходить на новые какие-то горизонты. В связи с этим нам представляется важным правильно оценивать те проблемы и те потребности, которые нужно решать в рамках тех или иных законодательных инициатив, и, может быть, двигаться, так сказать, опять, двигаясь локально, мыслить глобально, или двигаясь постепенно, скажем так, мыслить глобально. Среди проблем это прежде всего необходимость защиты от размещения или от неограниченного распространения противоправной информации самого разного рода. Это и экстремизм, и порнография, ну, детская порнография, это наркотическая пропаганда и, кроме того, нарушение частных прав граждан, то есть клевета, оскорбления, дефамации, то, что Людмила Борисовна упоминала, да, случаи суицидов, особенно среди подростков, которые особенно чувствительны к каким-то моментам распространения о них негативной информации, это то, с чем мы не можем больше мириться, в том числе из-за того, потому что это действительно становится нашей средой обитания, а для подростков особенным. Кроме того, это все-таки, наверное, отдельный вопрос, которым мы сейчас тоже очень плотно занимаемся с участием интернет-общественности, это легализация оборота объектов авторского и смежных прав в интернете. Я так понимаю, что сегодня еще об этом будут говорить. Проблема, опять же, глобальная, это и хорошо, и плохо. Да? Мы здесь, в отличие от многих других сфер, не то, что стоим такие, так в сторонке, да, от какой-то магистральной линии глобального развития. По сути дела, проблема актуальна для всех, есть разные подходы к ней. Я бы не сказала, что есть разные хорошие варианты решения. Проблема как раз в том, что, в общем, подходы есть, но объективно, вот какой-то универсальной или вообще однозначно положительной модели решения пока не найдено. И мы сейчас, собственно, в разных форматах будем искать какие-то новые подходы с участием представителей интернет-сообщества, с участием правообладателей. Вы знаете, что Дмитрий Анатольевич Медведев уже сказал, что эта работа ведется, и мы надеемся, что к встрече глав двадцатки будет предложено то решение, которое, может быть, позволит всем взглянуть на проблему немножко с другой стороны. Эта другая сторона видится в том числе в том, чтобы то, что сейчас является проблемой для правообладателей, это быстрота копирования, простота копирования и количество копирования в единицу времени, поскольку они не укладываются в старую экономическую модель использования объектов авторского права. На самом деле нам представляется, нужно сделать сильной стороной новой экономической модели, то есть и найти, соответственно, варианты запуска такой экономической модели, чтобы она эффективно работала, видимо, со снижением, соответственно, стоимости одного использования объекта авторского права, но при этом увеличение оборота. К этому есть разные подходы, мы еще будем проводить мероприятия совместно с интернет-компаниями, всех будем приглашать и будем рады любым предложениям на этот счет, присылать их в том числе на адрес министерства, в адрес Департамента госполитики в области СМИ в частности. Будем рады любым предложениям, потому что признаем честно, что процесс абсолютно живой и разные варианты еще возможны. Среди потребностей это создание условий для интенсивного развития российского интернета, который, в свою очередь, объективно является фактором инновационного развития России, модернизационного развития.
Мы сейчас предлагаем создать рабочую группу, отдельную, новая медиа-среда как фактор инновационного развития России в рамках работы, которая ведется по актуализации стратегии социально-экономического развития страны до 2020 года. И опять же приглашаем всех желающих принять в этом участие, потому что на самом деле понятно, что сегодня мы все-таки в стенах Государственной Думы говорим прежде всего о законодательном регулировании, законодательной поддержке, стимулировании, соответственно, развития информационно-телекоммуникационных технологий, но очевидно, что решения должны быть комплексными. Это и законодательные инициативы, это и меры экономической поддержки какой-то, и саморегулирование отрасли. Вот этим, собственно, планируем заняться в рамках рабочей группы. И еще раз говорю тоже, что всех желающих приглашаем принять в этом участие. Надеемся запустить и эффективный процесс коммуникационный по этим темам в онлайне. Соответственно, такая площадка будет создана. И всех пока не готовы сказать адрес, к сожалению, но доведем его до вашего сведения. Что касается... В целом, хотел бы сказать, что в любом случае важно не ломать дров, потому что, поторопившись, можно либо перешать регулирование, то, что, правда, на страже чего у нас стоит президент, да, и можно полагать, что этого он точно не допустит. Но, тем не менее, не хотелось бы и другой крайности узаконить закон джунглей, когда прав тот, кто сильнее, или тот, кто громче крикнул, или тот, кто, знаете, первым встал, того и тапки. Еще хотелось бы, Михаил Александрович, по поводу ваших замечаний о законопроекте Комиссарова, сказать, что нам представляется как раз, что законопроект все-таки очень аккуратно работает с законом о СМИ, внося чисто технические, технологические поправки, которые давно назрели, и которые как раз-таки тормозят развитие информационно-телекоммуникационных технологий в части телерадиовещания точно. По поводу того, что средства массовой информации и телевидение и радиовещание – это средства массовой информации, это все-таки не так, потому что в вашем тексте средства массовой информации – это телерадиопрограмма и иная форма массовой информации, в том числе распространяемая посредством телевизионного или радиовещания. Собственно, в вашей логике и шли. Что касается введения понятия «сетевое издание», мне кажется, опять же, оно как раз разграничивает сайт, которые, кстати говоря, у нас в законодательстве все-таки уже присутствуют в федеральном законе, в 8-м федеральном законе об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. И нам представляется, что там очень удачно как раз найдена формулировка, позволяющая четко обозначить, что если сайт, по мнению его владельца или правообладателя, того, кто уже в нем работает, является средством массовой информации, то он его должен зарегистрировать, и тогда он переходит в правовое поле закона о СМИ. Собственно, вот этот момент регистрации, он является здесь принципиальным. И формулировки, которые присутствуют там в первой статье, они как раз и защищают, на самом деле, от той мнимой угрозы, которую увидели, что правообладатель, признавая, приходя за регистрацией средства массовой информации, по факту уже осуществление деятельности нарушает закон. Он становится СМИ после того, как он его зарегистрировал, поэтому, собственно говоря, только после этого у него появляется редакция. Поэтому мне кажется, что если спокойно посмотреть на этот законопроект, он, опять же, такой минимальной правкой как раз позволяет стимулировать развитие интернет-СМИ точно, в том числе потому, что, как я сказала, идя в логике того, что поддержка должна быть комплексной, мы, например, совместно вот с коллегами из Государственной Думы, из Совета Федерации, в прошлом году приняли поправки в закон о страховых взносах, которым предусмотрена льготная ставка для организации средств массовой информации. Поэтому те издания, которые, те интернет-сайты или владельцы интернет-сайтов, которые захотят воспользоваться этой льготой, соответственно, могут зарегистрировать их как СМИ. В противном случае, еще когда мы обсуждали этот закон с коллегами из органов исполнительной власти и с юристами, у нас возникала такая коллизия в недостатке формулировок, в недостатке оснований, в недостатке этих определений.
Поэтому просим, на самом деле, вашей поддержки и уверяем, что никакого злоумысла, я думаю, здесь не было. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь, Екатерина Геннадьевна. Пожалуйста, я приглашаю на трибуну Плугатаренко Сергея Александровича, директора Российской ассоциации электронных коммуникаций. Пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. Еще раз представлюсь. Сергей Плугатаренко, РАЭК. Получилось так, что в начале второго часа все-таки представитель отрасли, коим я, наверное, являюсь, на трибуну вышел. Я очень рад, на самом деле, что мне выступать после представителя профильного министерства, потому что при выступлении предыдущих коллег, конечно, возникало большое количество вопросов, с которыми хотелось поспорить, подискутировать, но получилось так, что Екатерина Геннадьевна разбила многие вопросы, показав, что у государства существуют подходы к законодательному регулированию и к пониманию проблематики интернета гораздо больше, на мой взгляд, извините, коллеги, чем демонстрировали это предыдущие докладчики. Я немножко расслабился, Твиттер немножко поутих, поскольку онлайн-трансляция все-таки идет, люди смотрят, и действительно было очень много высказываний, где же те самые заявленные представители отрасли, которых РАЭК обещал на эти парламентские слушания пригласить. Я надеюсь, что выступлю неким таким контрастом, который позволит перейти к следующей части наших парламентских слушаний. Действительно, у нас запланировано выступление многих представителей отрасли, которые, я надеюсь и уверен, в их ораторском искусстве будут говорить по делу и будут рассказывать про то, чем отрасль дышит. На сегодняшний момент мне кажется, что острота вот этой полемики на самом деле немножко поутихло. Много лет назад, да и не много лет назад, 3-4 года назад, когда отрасль спрашивали о том, как видится участие государства в развитии российского сегмента сети интернет, чаще всего звучал ответ следующий: пусть не мешают. На сегодняшний момент какая-то, может быть, истерия, связанная с тем, что государство хочет прикрутить гайки, прошла, и сообщество, интернет-отрасль ищет все больше неких путей взаимодействия, путей пересечения интересов, и в том числе, наверное, отрасль доросла уже до понимания того, что в законодательной плоскости такие пересечения должны происходить. В начале своей презентации хотел бы сказать огромное спасибо и Комитету Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и Роберту Шлегелю лично, потому что инициатива данных парламентских слушаний возникла давно, обсуждалась достаточно долго, и в результате РАЭК принимает впервые участие в подобном мероприятии, за что, конечно же, большое спасибо. Мы постарались пригласить слушателей и спикеров, как нам кажется, абсолютно профильных. Надеюсь, что мы вас не разочаруем в этой второй части наших слушаний. Мой доклад будет строиться из трех кусочков. Я постараюсь уложиться в регламент. Часть первая будет посвящена все-таки основным метрикам, показателям и тенденциям развития интернета, для того, чтобы мы с вами еще раз вспомнили, какие мы большие. И почему, собственно говоря, к нам начинают присматриваться. Не только социальный фактор имеет значение, но также и экономические показатели. Вторая часть достаточно сухая и, наверное, та, в которой я меньше всего что-либо понимаю, будет посвящена законам. Я надеюсь пробежаться по ней достаточно быстро и передать слово уже тем, кто в этом понимает больше. И третья часть относится к тому аспекту, который мы называем саморегулированием, и почему все-таки интернет и Рунет в частности может рассматриваться в том числе как саморегулируемая среда. Пробегусь очень быстро по цифрам. Основные показатели развития Рунета. Аналитика достаточно свежая, агрегирована журналом «Интернет в цифрах», собрана из различных источников, они все подписаны. Всемирная аудитория около 2 миллиардов, в России 50 миллионов пользователей интернета, проникновение 44%, из них 36 миллионов россиян – это активные пользователи. Но, на мой взгляд, это достаточно большая армия, и цифра в 50 миллионов является в определенном смысле психологическим барьером, который мы преодолели. Вот Фома читал совсем недавно, нас 50 миллионов. Большие обороты показывают различные сегменты интернета, в первую очередь, понятное дело, сегмент электронной торговли. Очень много споров вокруг этих цифр, мы их так или иначе транслируем со ссылкой на первоисточник, ну вот примерно 180 миллиардов рублей в год, это даже некая такая нижняя планка оценки, и 35% роста за год доли электронной торговли.
Доменные имена – это тема, которая в последнее время обсуждается широко благодаря внедрению домена кириллического РФ. Но мы видим, что показатели, тем не менее, цифирные, неплохие. Более 3 миллионов доменов в зоне РУ и около 1 миллиона уже почти доменов в зоне РФ. Социальные сети – то, что в последнее время взорвало сообщество в разных странах. То, к чему присматриваются и интернет-маркетологи, и бизнесмены, и инвесторы, и госслужащие – это вот социальные сети, это блогосфера, это микроблоги. Вот показатели, сколько человек в Рунете используют социальные сети. Рунет в этом плане идет временами впереди планеты всей. Существуют наши собственные устойчиво работающие социальные сети, которые создают хорошую конкуренцию приходящим западным. Но в то же время и западные, такие как Twitter и Facebook, набирают обороты, и все понимают, какая сила таится в этих приходящих сервисах. Благосфера, тем не менее, в последнее время приобретает, ну, может быть, значение остается большим, но интенсивность обновления блогов падает, каждый 10-й блог только обновляется. На смену приходят микроблоги, общение в социальных сетях и всякие конвергентные уже вещи. Реклама показала большой рост на фоне кризисного года 2009-го точно. В 2010 году продолжил рост. Реклама в интернете растет сильно быстрее офлайновой рекламы. И, соответственно, является тоже мощным экономическим фактором. Та самая вторая часть, я вижу, что укладываюсь в регламент, поэтому, может быть, пройдусь по ней чуть подробнее, чем планировал изначально. Мы считаем, что достаточно подробно предыдущие спикеры затронули вопрос законодательного регулирования. Прозвучало, хотел просто от себя прокомментировать, да, что, наверное, такие слова, как закон об интернете, произносить там, где находятся рунетчики, вообще не следует, потому что это вызвало... Я понимаю, что это как бы, ну, условно нерабочее название, что расшифровка достаточно серьезнее и понятнее, но вот сама комбинация закон об интернете в кругу интернет-пользователей вызывает, конечно, содрогание, ужас, желание покричать, встать, уйти, написать в Твиттер, зачем нас позвали и так далее. Я просто наблюдал вот шквал как бы таких высказываний ровно в тот момент, когда этот термин появился. Вот опять они за свое. Давайте будем достаточно корректны с 50-миллионной аудиторией и стараться не использовать подобных терминов, потому что они за ними видят, конечно, гораздо более там какие-то серьезные вещи, чем закладываются в само законодательство. Соответственно, достаточно симпатично, если опять же комментировать предыдущих спикеров позиции Минкомсвязи. Очень хорошо, что была затронута проблема авторских прав, интеллектуальной собственности в интернете, которую предыдущие спикеры, может быть, не так активно затронули. И опять же, впервые из уст Минкомсвязи так или иначе прозвучало, не в прямом вот выражении, но прозвучал термин саморегулирование. Мы для себя разбили те сегменты Рунета, которым применяется правовое регулирование, вот на 7 таких кусочков. Они все здесь показаны. Государственная деятельность, связь, которая из себя представляет железки и провода, экономика, контент, средств массовой информации, реклама, информационная безопасность. При этом мы выделяем основные законы, которые вот жирненьким основы перечислены ниже. Я пробегусь очень быстро по той систематизации, которую РАЭК внутри себя составил для того, чтобы, наверное, понимать, с какими законами мы работаем и к каким областям они относятся. Очень мелкий шрифт, презентация будет выложена, в принципе, здесь нет никаких тайн, ничего, чего-то эксклюзивного нового, просто вот некая попытка систематизировать. И в дальнейшем, естественно, активно мониторить и работать со всеми этими направлениями. Вот они первые 3, вот они последние 4, в сумме 7. И вы видите, что везде есть 2 последние жирненькие строчки, которые показывают, что мы считаем, что федеральный закон о персональных данных и гражданский кодекс, его 4-я часть, это основополагающие законы, которые относятся так или иначе ко всем 7 сегментам. Здесь хотелось бы еще отметить такой момент, что мы, естественно, не только планируем, а уже активно мониторим, вот разложив по таким полочкам, активно мониторим все, что происходит по этим направлениям. В РАЭКе для этого создана комиссия, о чем я скажу позже, по правовым вопросам. Не все нам удается, поэтому любая поддержка, любая информация о том, что возникает либо какая-то законотворческая инициатива, либо вносит изменения в существующую, нам всегда полезна. Третья часть как раз-таки посвящена вопросу саморегулирования, достаточно сложный аспект, неоднозначный. У меня у самого нет точного понимания, насколько
вот эти вот пределы саморегулирования, допустимы в интернете всемирном и в Рунете в частности, но так или иначе, слово «отрасль» будет звучать достаточно часто, потому что так или иначе мы пытаемся ее интересы представлять, насколько нам это удается, максимально прозрачно делаем. Это тезисы подпункта. Давайте пробежимся быстренько по тем процессам саморегулирования, которые мы видим и которые мы пытаемся следовать. Ну, во-первых, должны быть некие профильные общественные организации. Одну из которых я представляю, это РАЭК, и РАЦИД представлял до последнего времени. Эти организации действуют на стыке общества, государства, бизнеса, пользователей, пытаются улавливать тенденции, пытаются устраивать между ними, этими группами, интерфейсы. Далее обязательным процессом, обязательным требованием является консультация государства с отраслью. То, что происходит здесь сегодня, яркое подтверждение тому, что подобные процессы у нас в стране происходят, ну и много, естественно, других менее таких массовых слушаний имеют место быть, когда государство консультируется с отраслью. Собственные отраслевые мероприятия, ну это понятное дело конференции, форумы, круглые столы, на которых отрасль могла бы общаться друг с другом, вырабатывать свою позицию и делать далеко идущие выводы не только об экономическом развитии себя как отрасли, но также и анализировать различные законы и инициативы. Ну и отраслевой самоконтроль, отраслевые инициативы – это всевозможные документы, которые отрасль может производить, договорившись внутри себя и демонстрируя тем самым возможность этого саморегулирования. Что РАЭК на этом пути делает? Ну, во-первых, мы созданы были в 2006 году, на сегодняшний момент около 60 членов, и стараемся максимально плотно представлять интересы. Сергей Александрович, 12 минут вы выступаете. Да, не укладываю. Все, это уже предпоследний слайд. Интересы этих самых членов РАЭКа и, соответственно, отрасли. Внутри РАЭКа созданы комиссии, одна из них постоянно действующая комиссия по правовым вопросам, ровно та, которая готовила и сегодняшнюю презентацию, собирала сегодняшних спикеров и участвовала в подготовке итоговых рекомендаций, которые у вас у всех распечатаны. Я думаю, что мы пропустим, раз я обещал, что это слайд предпоследний, слайды, связанные с достижениями. Я остановлюсь быстренько на проблемах. 4 пункта мы для себя сформулировали, они очевидны. И о том, каким образом мы можем эти проблемы решать. В принципе, пункт первый происходит уже сейчас, это консультации государства с отраслью. Аудит, экспертиза законопроектов, ну здесь сама отрасль должна позаботиться о том, чтобы у нее были компетентные юристы, могущие это сделать. Участие представителей отрасли в рабочих группах при различных госструктурах. Мы призываем активно нас включать везде, где это можно, где требуется наше мнение. Участие в международных инициативах и участие в агрегации аналитики, которая на госуровне сообщается на весь мир. Ближайшее мероприятие на правах рекламы, уж извините, это RIFA-KIP, который пройдет в 20-х числах апреля. Ну, на мой взгляд, самая мощная площадка, на которой мы будем обсуждать позицию отрасли, вырабатывать на ближайший год наше поведение. И там же будут обсуждаться достаточно серьезно законотворческие инициативы. Ожидаем, что будут достаточно высокие гости. Спасибо большое. Спасибо. Присаживайтесь, Сергей Александрович. Пожалуйста, значит, уважаемые коллеги, давайте посоветуемся. У нас, ну, формально осталось 30 минут до завершения, а записавшихся человек 15. Я бы все-таки предложил, с учетом того, что очень много уже сказано, говорить о самом сокровенном, самом важном, и стараться укладываться, ну, не больше, чем в 5 минут, для того, чтобы мы могли максимально большое число людей еще выслушать. Марина Алексеевна Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти, представляющий Google Россия. Пожалуйста. Добрый день. Спасибо большое. Я постараюсь очень кратко. Я хотела бы вернуться к теме, заданной Министерством связи, и поговорить кратко о новых экономических моделях, которые интернет дает, в том числе правообладателям, и сфокусироваться на самой, наверное, актуальной сейчас для нас, как для интернет-отрасли, или одной из самых актуальных тем, на авторском праве в интернете. Что дает интернет авторскому праву? Что дает интернет правообладателям? Возможность, во-первых, это возможность заявить о себе. При минимальных затратах автор может заявить о себе широкой аудитории. Такие компании, такие сервисы, как iTunes, Amazon, Google,
помогают создавать новые рынки и новые формы самовыражения. На примере компании Google я объясню, что это значит в цифрах. На один из крупнейших видеохостингов в мире, YouTube, заливается 35 часов видео в минуту. Это эквивалентно более 150 тысячам полнометражных кинолент в неделю. YouTube — это 2 миллиарда просмотров каждый день. Таким образом, сегодня производится и потребляется значительно больше музыки, кино и книг, чем когда-либо раньше. Это гигантская аудитория и гигантские возможности. Во-вторых, когда мы говорим о том, что интернет может предоставить обладателям прав на интеллектуальную собственность, мы можем говорить здесь о возможности заработать. Причем счет идет на достаточно крупные суммы. Я могу говорить о примерах в своей компании. В партнерской программе YouTube более 15 тысяч авторов, от крупных студий звука и кинозаписи до любителей-одиночек. Бизнес-модель YouTube – это возможность просмотра рекламы на партнерском канале и разделения доходов. Сотни партнеров получают сотни тысяч долларов в год. В базе данных наших авторов и издателей в программе «Книги Google» более 35 тысяч человек, которые пользуются этой программой для продвижения своих работ и привлечения новой аудитории к офлайновым магазинам. Рядом с изображением книги, которую можно найти в книгах Google, мы размещаем ссылки на виртуальные и реальные книжные магазины, где ее можно купить. Безусловно, по мере развития интернета количество правонарушений в области авторского права возрастает. Однако новые экономические модели меняют представление об интернете в принципе. Всего пару лет назад, когда не было сервиса iTunes, было непонятно, как кто-то может конкурировать с тем, что в интернете можно найти бесплатно. За последние 6 лет, однако, и в том числе за последние там, несколько лет, 2 года, продажи музыки в онлайн выросли на 1000%. Сегодня покупается больше музыки, чем когда-либо. При этом интернет создает новые каналы продаж для объектов авторского права. Amazon продает сегодня больше электронных книг, чем традиционных. И поведение интернет-пользователей доказывает, что наибольшей популярностью у них пользуется высокое качество при доступной цене и при удобной возможности совершить покупку, возвращаясь к платежным системам в интернете. Модель YouTube, также позволяющая правообладателю заработать, была изначально создана для защиты авторского права. Она позволяет правообладателю самостоятельно управлять своим контентом. Я говорю о технологии, которая называется Content ID, и она позволяет правообладателю найти за несколько минут все нелегально скопированные у него видеоролики и дает ему несколько возможностей по операциям с этим контентом. Возможность заблокировать, возможность отследить статистику и понять, на каком количестве пользовательских каналов ролик размещен, и возможность монетизировать ролики, то есть показывать рекламу рядом с роликами и зарабатывать на этом. При помощи Content ID мы сканируем более 100 лет непрерывного видео каждый день. И по статистике более 60% правообладателей, то есть наших партнеров по этой программе, выбирают опцию монетизации. То есть они оставляют видео на пользовательском канале и выбирают возможность заработать на нем, что, наверное, должно нам говорить о новом экономическом подходе, новой философии в отношении авторского права. Такая экосистема баланса интересов правообладателей, пользователей и интернет-платформ, успешно зарекомендовавшая себя на Западе, основывается на Западе, на тамошнем законодательстве об авторском праве в интернете. В условиях, когда интернет мгновенно соединяет миллиарды людей по всему миру, требование к интернет-платформам мониторить контент на предмет нарушения авторского права технически, к сожалению, невозможно выполнить. Поэтому Европейская директива об электронной торговле и акт об авторских правах цифрового тысячелетия в Соединенных Штатах ввели понятие уведомления интернет-платформы о том, что на ее ресурсах находится предположительно нарушающий авторские права контент. Ответственность за уведомление лежит на правообладателе. Ответственность по результатам уведомления лежит на интернет-платформе. Именно это мы предлагаем ввести в российское законодательство, в том числе мы, как члены Российской ассоциации электронных коммуникаций, внесли соответствующие поправки в 4-ю часть Гражданского кодекса. Я хотела бы завершить свое выступление и предоставить слово очень коротко моей коллеге из Европейского университета Санкт-Петербурга, который проводит и уже практически завершает исследование авторского права в онлайне в России. Там достаточно интересные уже данные. Арина Дмитриева буквально на оставшиеся... Она у меня есть, да, в списках. Пожалуйста, Арина Прекрасно. Викторовна Спасибо Дмитриева, большое. Юрист, Институт правоприменения Европейский университет Санкт-Петербурга. Спасибо. Пожалуйста.
Добрый день. Я представляю Институт проблем правоприменения Санкт-Петербурга, и это междисциплинарный институт, который занимается исследованиями на стыке различных социальных дисциплин. В отношении авторского права мы предприняли попытаться проанализировать позиции различных заинтересованных сторон в отношении авторского права. И здесь совершенно очевидно две позиции. С одной стороны, у нас есть пользователи, которых постоянно обвиняют в нарушениях авторских прав. С другой стороны, у нас есть правообладатели, которые, собственно, и выдвигают эти обвинения. Наша задача состояла в том, чтобы попытаться понять, как различные сценарии регулирования взаимоотношений между этими субъектами смогут повлиять на развитие этой отрасли. И в этом смысле мы пришли к следующим выводам. Прежде всего, мы воспользовались тем, что мы умеем хорошо делать. Мы воспользовались тем, что мы умеем хорошо делать социологический анализ, и пошли в поле, чтобы взять несколько экспертных интервью с разными сторонами. Российских пользователей постоянно обвиняют в том, что они пираты, в том, что они беззастенчиво у правообладателей воруют их контент. Но на самом деле у этого явления есть достаточно глубокие основания, которые заключаются, грубо говоря, можно вывести, назвать три причины, из-за чего возникает это явление. Первое – это запретительно высокая цена легального контента. Если мы пересчитаем стоимость, номинальную стоимость легального контента по паритету покупательной способности, обнаруживается, что у нас стоимость, например, легального диска достигает $100, что, в общем, слишком высоко. А вторая причина, которая заставляет пользователей обращаться к нелегальному контенту, это плохая логистика легального контента. То есть у нас время появления легальных продуктов исключительно велико, а информация, которая воспринимается, которую ищет в сети пользователь, она нужна ему здесь и сейчас. И поэтому продукт, который размещается в интернете, это не просто продукт, который произвел автор. Это продукт, который пользователь хочет получить достаточно быстро. И поэтому, если книга из Москвы в Петербург иной раз следует полгода, то та же книга, размещенная в интернете, доступна становится пользователю через день-два после ее появления в издательстве. И, наконец, третье ограничение, о котором тоже нельзя забывать на сегодняшний момент. Хотя инфраструктура интернета развивается стремительными темпами, и Сергей Полторенко говорил о количестве пользователей 50 миллионов, тем не менее инфраструктура все еще требует существенного изменения и продвижения вперед. И как только инфраструктура развивается до критического уровня, можно ожидать, что бизнес и правообладатели найдут в интернете не угрозу, как это видится сейчас, а возможности для зарабатывания денег. И такие возможности уже сейчас реализуются. Дело в том, что большая часть обсуждения проблемы с копирайтом, она то, что очевидно в общественности, то, что видно в средствах массовой информации, это ситуация, когда правообладатели обращаются в суд для того, чтобы с той проблемой, что пользователи нелегально размещают на различных ресурсах свою информацию. Но параллельно с этими громкими процессами существует бизнес, который успешно научается монетизировать возможности интернета.
И таких компаний сейчас достаточно много. Здесь есть буквально две модели, которые видны. Одна модель напрямую соединяет автора и пользователя и апеллирует к добросовестности пользователей, которые добровольно платят ту сумму, которую считают нужным за доступ к информации. Это такая модель а-ля благотворительная. И вторая модель, модель «заплати сколько хочешь». И вторая модель, модель рекламная, которая реализуется такими успешными проектами, как EVI, Twiggle, когда пользователь получает доступ к информации за счет поставщик информации, в том числе правообладатель, зарабатывает на рекламе. Вот это, наверное, основные выводы, которые мне хотелось сказать по нашему исследованию. И здесь возникает такой момент, когда мы говорим о регулировании авторских прав в интернете, нужно помнить о том, что авторское право регулирует два направления креативных продуктов – образовательное и развлекательное. И для того, чтобы не зарегулировать эту сферу слишком серьезно и не выплеснуть с водой ребенка, нужно очень осторожно подходить к этому процессу. Это, наверное, вот основные выводы. Спасибо. Присаживайтесь. Середа Андрей Валерьянович, руководитель отдела интеллектуальной собственности ООО «Яндекс», пожалуйста. Добрый день. Мне несколько непривычно выступать перед такой аудиторией. Я больше практикующий юрист, поэтому я привык быть со своими оппонентами один на один. Тем не менее, очень приятно вас всех здесь видеть. Мой доклад невольно раскрывает одну из тех тем, которые начал Сергей Плуготаренко, поэтому я сразу перейду ко второму слайду, скрытая тема моего доклада. Давайте заасфальтируем тропинки. Я честно признаюсь, что я украл эту цитату, она не принадлежит мне. Заявляю, что я ее использовал исключительно в информационных целях. Я бы указал автора, но, к сожалению, она так широко используется, что... Спасибо. Я, к сожалению, не указал, потому что она используется широко, и я просто не смог однозначно найти, кому она принадлежит. Смелее, давай. Вы... Дольше говорите об этом, чем нам идею предлагаете. Пожалуйста. Собственно, я не скажу ничего нового для тех людей, которые здесь присутствуют и наверняка имеют самое непосредственное отношение к сети интернет и к тем отношениям, которые регулируют, которые складываются вокруг использования этой сети. Я просто хочу посмотреть на эти отношения с точки зрения, опять-таки, практикующего юриста. То есть все до меня говорящие в основном были представителями инициирующих новые законопроекты органов и организаций. А мне хочется обратить внимание, что все вот эти отношения, я буду проматывать, потому что у меня 5 минут, вы можете их сами читать. То есть новые объекты правового регулирования, которые существуют и появляются в связи с интернетом, новые субъекты права, они существуют и появляются уже как минимум лет 10. И пока законодатели пытаются каким-то образом создать новые законопроекты и каким-то образом придумать новые определения и новые пути регулирования этих отношений, на практике эти пути так или иначе уже 10 лет ищут практикующие юристы, которым это просто приходится делать, даже в отсутствие такого регулирования. Ну, например, вот среди объектов правового регулирования есть сайт в сети интернет. Да, его сегодня уже не раз затронули, да, и если бы он был человек, он бы вовсю икал, и Михаил Александрович про это упомянул тоже. Определения до сих пор нет, тем не менее сайты уже много лет так или иначе продаются, их пытаются как-то учитывать, ставить на баланс и так далее. И
прежде чем придумывать какие-то новые определения, да, тем более исходящие из других сфер права и исходящие от госорганов, регулирующих какие-то узкоспециализированные отрасли, очень не помешает посоветоваться с реальными юристами, которым потом придется применять это все на практике. Это же относится и к очень многим другим направлениям, ну, например, интернет-платежи. Сейчас до сих пор на законодательном уровне обсуждается, разрешать их или не разрешать. По-моему, это вопрос бесперспективный. Посмотрите, сколько людей пользуются этими платежами. Это совершенно востребованный экономический инструмент. Поэтому вопрос, разрешать или нет, совершенно не стоит. Вопрос, как это лучше урегулировать, чтобы защитить интересы этих людей и интересы государства. Ну, про сетевые СМИ опять очень много написали. Информационные посредники, я не буду уже вообще на этом заострять после того, что говорила Марина, спасибо ей большое. Про сетевые СМИ просто немножко по поводу той же самой статьи, того же самого пункта закона о средствах массовой информации. Там был еще один аспект вот, в том определении, которое в принципе определение само полезно. То есть сам тот факт, что пытаются исключить сайты из сферы регулирования закона СМИ, если они сами того не хотят, и если они прямо не попадают под какие-то жесткие требования, это хорошо. Но мы в определении использовали слово «правообладатель» или «владелец сайта». При этом гражданский кодекс, который оперирует этими понятиями, вообще нет, в нем отсутствует сайт пока что в действующем гражданском кодексе. Как объект права, какой может быть правообладатель у того, что по сути не является объектом права? Это просто пример того, что законопроекты, призванные регулировать какие-то узкие сферы деятельности, должны в том числе сочетать то, что они пишут, с теми, как это регулируют другие сферы деятельности и как это используется, как эти понятия, как эти нормы используются в других сферах деятельности. Практикующие юристы таких моментов знают масса. Больше того, даже в рамках одного документа, такого как Гражданский кодекс, можно найти между двумя статьями просто несостыковки. То есть они зачастую, и на практике ты просто иногда попадаешь в ситуацию, когда ты не можешь нормально написать договор, и у тебя с контрагентом неразрешимое противоречие, просто потому что ты с одной стороны подошел к этому, а он с другой. Вот. Собственно, дальше я просто пробегусь. Очень актуальный момент, слава богу, он затронут в нынешнем проекте Гражданского кодекса, четвертой части, это новые способы возникновения и изменения правоотношений. Нам бы очень хотелось получить большую свободу в этом аспекте. Речь и о все тех же злосчастных Creative Commons и прочего рода open source лицензиях. Дело о большем разрешении некой безвозмездности вообще, потому что для интернета это совершенно нормально. Свободный обмен информацией, совместное использование технологий и прочее, прочее. Сейчас отрасль просто боится как бы это делать и официально это оформлять, потому что Гражданский кодекс с его прямым запретом дарения и Налоговый кодекс с кучей потенциальных налоговых последствий в виде недополученной выгоды и недоплаченного бюджета НДС, они просто зачастую рубят на корню какие-то интересные проекты. Ну и потребность в большей свободе договора в целом. Типичный пример – это служебные произведения. Сейчас существует норма, по которому в договоре на служебное произведение, ну, вернее, в трудовом договоре, в том числе, кроме зарплаты, надо платить автору за созданное им произведение. В то же время, если мы говорим о каких-то больших программных продуктах, это просто невозможно, потому что в них участвуют тысячи людей, и роль каждого... Андрей Валерьевич, 7 минут. Хорошо. Собственно, вопросов, которые так или иначе попадают под мой доклад массы, я их просто пролистаю, по каждому из них я могу, в принципе, достаточно много сказать, примеров привести и сказать, как и что могли бы мы подсказать тем, кто пишет новые законы. Поэтому, собственно, мое обращение, я его повторю, если мы хотим развития интернета, основное, что мы можем сделать, это уменьшить препятствия существующие и не создавать новых. Тропинки, так или иначе, в большинстве этих направлений уже проложены. Интернет развивается и саморегулируется. Не в том смысле, про который говорил Сергей, а в смысле вот бытовых реальных отношений уже давно. И если вы хотите асфальтировать те дорожки, которые уже протоптаны, пожалуйста, не асфальтируйте их поперек.
Спасибо. Я, кстати, хотел бы сказать следующее, коллеги. Мы собираемся в итоге опубликовать материалы сегодняшнего обсуждения, поэтому все, кто готовился, у кого есть что сказать, могут представить нам свои письменные материалы, в том числе расширенную версию вот того, о чем говорил, например, сейчас Андрей Валерьянович. Мы все это сможем представить и для депутатов, и для интернет-сообщества, для всех желающих. Тараканов Павел Владимирович, он председатель комитета по делам молодежи. Представляю ему слово. Я предполагаю, что мы в 17.05 должны завершить работу, коллеги, и буду из этого исходить. Не возражаете? Спасибо. Добрый день, Олег Викторович. Добрый день, коллеги. Я буду краток. Я уже, скажем, не буду вдаваться в подробности, такие технические. Скорее скажу, поделюсь своим собственным мнением, как депутата, как молодого политика, что нас ждет в сфере, собственно, регулирования интернета. Ну, тут уже прозвучало, что несколько лет назад, собственно, вопрос о том, регулирует ли интернет, уже был ругательным. Вот. Но я хотел бы по этому поводу несколько соображений сказать. Ну, во-первых, скажем так, сегодня мы много услышали о том, как много, скажем так, реальных экономических вопросов перетекает в интернет. То есть, чем больше, то есть, как, очень много денег начинает обращаться в интернете. Это с одной стороны. Ну, скажем так, утро у меня началось с того, что меня обманули в интернете мошенники. Я хотел обновить интернет-эксплорер, мне пообещали, что это будет стоить $2.50, в итоге сняли с меня 300 рублей, хотели снять больше. Мне было очень неприятно, потому что привлечь их к ответственности достаточно сложно. Вот, значит, вот такое начало утреннее сегодняшнее было. Что дальше, допустим, какие примеры в этом плане есть? Пожалуйста, мы вспомним Мавроди. Он собрался строить финансовую пирамиду именно в интернете, используя электронные деньги. Вот, то есть в данном случае сейчас этот вопрос никак не регулируется. К чему я это говорю? Это говорит о том, что происходит в области финансов в интернете. То есть объем разных финансовых операций, происходящих в интернете, которые никак сегодня не регламентированы. Это вызывает очень большое внимание. Второе, соответственно, сегодня мы наблюдаем, как воздействует интернет на политику. Мы можем с вами наблюдать, что сегодня большинство вот тех событий, которые произошли в Северной Африке и в Азии, они их там называют твиттер-революциями. Это и Тунис, Египет, Ливия, Бахрейн, сейчас Саудовская Аравия, даже в Китае 10 тысяч человек вышли на митинги, соответственно, и опять же говорят о том, что они собирались как-то посредством интернета и так далее. Чему я это все говорю? Я говорю к тому, что чем больше сегодня интернет влияет на реальную жизнь, чем больше, скажем так, в области, в первую очередь, в области экономики и в области политики, тем острее будет вставать вопрос о регулировании интернета. В каком смысле регулирование? Только в определенной части, в неком контроле. Это вопрос в том числе и безопасности. Вот. Поэтому на этой ноте я хотел бы просто обратиться к представителям интернет-сообщества с тем, чтобы, мне кажется, нет смысла никаким образом здесь уходить в крайности, говорить о том, что регулировать это нельзя регулировать никаким образом интернет. Вот так или иначе, в какой-то степени это регулирование будет. Поэтому есть большой смысл сейчас всем тем людям, которые находятся не просто в интернет-сообществе, а выйти из интернет-сообщества, прийти, собственно, тем людям, которые занимаются разработкой законов в этой области, это вот Роберт Шлегель, Ольга Владимировна, то есть и в рамках рабочих групп свои предложения давать с тем, чтобы, когда подобные нормы какие-то будут приниматься, мнения были учтены максимально именно сообщество. А не оказалось, как у нас периодически случается, что решение принято, соответственно, те мнения, которые звучали, они не были услышаны, и не были услышаны просто в связи с тем, что были определенные проблемы там в коммуникации между лицами, которые принимают решения, и, собственно, людьми, которые эти решения затрагивают. Поэтому в этой связи я хотел бы, вот, скажем, призвать сообщество это сделать. И я могу сказать так, что мы в любом случае, как молодые политики, я представляю комитет по делам молодежи, ни в коем случае не пытаемся, как здесь было уже сказано, там, зарегулировать интернет и так далее, являемся сторонником максимальной функции саморегуляции, но при этом мы понимаем, что
мы обязаны себя защитить от информации, которая несет вред, соответственно, в первую очередь детям, молодежи, тем, скажем, информации противоправной, вот, с тем, чтобы максимально обезопасить себя. И из этих позиций, собственно, мы будем исходить при обсуждении вот всех инициатив в области интернета. Спасибо за внимание. Спасибо. Я просто для сведения хочу сказать присутствующим, что вот та рабочая группа, которую я возглавляю, которая касается всей законодательной работы в области совершенствования законодательства в области СМИ, в том числе и в области интернет-пространства, работает к лету, будет работать уже как второй год, да, второй год истекает. И соответствующие тексты, предложения, они периодически появлялись, в том числе в интернет-пространстве. Я вывешивал это в своем блоге. Первый вариант Наталья Владимировна презентовала в интернете больше, чем полгода тому назад. Вот сейчас еще один вариант. Я это говорю для чего, коллеги? Что эта работа ведется максимально открыто. Никто ничего ни от кого не прячет, и никто не собирается сделать это за спиной, в том числе интернет-сообщества. Поэтому всяческие опасения, что кто-то что-то сделает, и потом это как черт из табакерки выскочит, не обоснованы. Другое дело, что понимание о том, что здесь правовые нормы и регулирование этой сферы, как любой другой сферы жизнедеятельности человека, необходимы, вот это для нас совершенно очевидно. И наше сегодняшнее слушание – это очередное приглашение вас к дальнейшему сотрудничеству. Пожалуйста, предпоследнее выступление Наумов Виктор Борисович. Он приехал из Санкт-Петербурга, долго ждал своего часа, поэтому мы даем ему слово. Пожалуйста. Благодарю вас, уважаемый председательствующий. Добрый день, дамы и господа, уважаемый президиум. Кратко, в режиме, сказать, такого телеграфа о, что называется, сокровенном, о неприкосновенности частной жизни в интернете. Мы должны понимать, что интернет нас привлекает в том числе именно тем, что там можно быстро и оперативно заниматься какими-то коммуникациями, решать проблемы сферы бизнеса. При этом это не требует паспорта, это не требует регистрации, это сопряжено с минимумом всяких формальностей. В этой связи, если мы смотрим на интернет, оказывается, что это очень удобное средство для развития общественных отношений. С другой стороны, это удобство имеет оборотную сторону. Когда данные о тех действиях и лицах, которые что-либо совершают в интернете, могут быть доступны в том числе злоумышленникам. В идеале, сказать, при регламенте, сказать, какой-либо лекции, посвященной этой тематике, можно было бы рассмотреть сначала проблемы, связанные с регулированием в сфере персональных данных и неприкосновенности частной жизни, потом посмотреть на иностранный опыт, и затем посмотреть, какие решения, которые существуют в мире, в этой связи можно инкорпорировать в России. Но в связи с текущей ситуацией в отношении регламента я буду сразу же переходить к выводам и сначала, сказать, обращу ваше внимание на, сказать, те общественные отношения, которые складываются в интернете. Нужно иметь в виду, что все существует в электронной форме, нужно иметь в виду, что это международное информационное пространство, нужно иметь в виду, что существуют технические стандарты и протоколы, которые позволяют интернету развиваться без какого-либо законодательного регулирования. При всем при этом существуют явные тенденции в отношении персонификации интернета, в отношении распространения общения и приведения к социальным сетям и похожим механизмам, которые повсеместно здесь у нас работают. Не случайно мы все, сказать, сидим в Твиттере, это почти инструмент у нас государственного управления в стране. Хотя при этом мы должны иметь в виду, что Твиттер, конечно, это не российский инструмент, соответственно, мы должны смотреть и на иностранный опыт. И в этой связи в российских реалиях у нас возникают следующие практические задачи. Текущее законодательство, в первую очередь, на самом деле, так сказать, в единственную очередь, это закон о персональных данных, говорит о том, что необходимо получать согласие пользователя, субъекта персональных данных, физического лица на обработку информации. К сожалению, в отношении информационных технологий и сети интернет текущие формулировки и конструкции закона делают все эти вещи неприменимыми. Тем более в связи с теми поправками, которые были внесены в закон о персональных данных в прошлом году, когда, по сути, возможности, связанные с, условно резон так, не письменной формой сделки, а именно получение согласия с помощью всевозможных веб-форм, были запрещены, и у нас есть ссылка в законе на текущий момент, связанный это второй абзац внизу слайда, связанный либо с электронной цифровой подписью, либо с аналогом собственноручной формы. Поскольку регулирование в сфере электронного документа оборота у нас довольно слабое, получается, что то согласие, которое по факту получают интернет-компании, оно является на самом деле незаконным. Я подозреваю, что Твиттер очень удивится, когда ему об этом скажут, тем не менее факт остается фактом. Этот вопрос действительно существует и генерирует большое количество проблем. При всем при этом, как вы понимаете, все в интернете передается.
И существует на площадках, которые находятся в рамках режима регулирования различных стран мира. При этом нужно не забывать, что наш российский закон, несмотря на то, что он объективно позитивен всему факту его появления, он не предусматривает трансграничные коммуникации, которые с легкостью возникают в интернете. Он ориентирован на какие-то единичные действия, которые подразумевают за собой письменную форму согласия. А в интернете постоянно трансграничные коммуникации. Никогда бумажку операторов всевозможных сервисов, платежная система не успеет подписать до осуществления действия у соответствующего субъекта. Это делает в этой части закон совершенно неприменимым к соответствующим общественным отношениям. Далее нужно иметь в виду, что у нас большая проблема, связанная с развитием системы административных барьеров в сфере информационных технологий, в том числе в сфере защиты информации. Нужно обратить внимание, что, конечно, в этой части существует масса подзаконных актов, не буду сейчас на них останавливаться, но нужно иметь в виду, что у нас есть требования по обеспечению конфиденциальности персональных данных и очень много соответствующих подзаконных актов, которые требуют от операторов персональных данных осуществлять сложные действия по обеспечению конфиденциальности, сложные и дорогостоящие. Нужно иметь в виду следующее, что несмотря на то, что в прошлом году, точнее позапрошлом году, чуть-чуть смягчили регулирование в этой области, вот обратите внимание на слайде из формулировки закона из статьи 19, удалили, обязательное использование шифровальных криптографических средств, тем не менее ситуация не поменялась. При всем при этом нужно иметь в виду, что иностранное регулирование в отношении получения согласия, в отношении трансграничного обмена, в отношении той самой обеспечения конфиденциальности, оно исходит из различных моделей. И нужно отметить, что вообще-то в Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе сложилась модель доверия к бизнесу. Собственно, интернет-бизнес живет своими пользователями. И диктовать интернет-бизнесу, как защищать соответствующую информацию, какие меры вводить, это на самом деле, во-первых, проявление недоверия, во-вторых, вмешательство в соответствующие экономические отношения, которые и так удачно складываются. В этой связи, если мы переходим уже, от иностранного опыта, а он на самом деле довольно обширный, вот, пожалуйста, Соединенные Штаты Америки, более 13 лет регулируют эти вопросы, и как на уровне федеральных законов, и так в отношении законодательства штатов, вот, например, калифорнийский закон очень полезен. Там прямо скажем, что все сайты в интернете должны иметь положение о защите персональных данных. Это должно быть видимо и доступно. Это порождает правовую культуру, которой, к сожалению, у нас нет. Она заменяется административными барьерами и всевозможным техническим регулированием. Так вот, несмотря на все это всевозможные иностранные, пока говорить о том, что это у нас реализуется в России, довольно сложно. Кстати, вот, допустим, слайды в отношении ЕС. Там много адекватных требований к оператору, но там нету детальных инструкций, как оператор должен определять классность, допустим, защиты той или иной информационной системы. К сожалению, пока в текущих реалиях и с предыдущих законопроектом и иным обсуждением мы идем в сторону детализации и усложнения требований к тем лицам, которые бизнесом занимаются. На самом деле, не в интересах бизнеса, который занимается интернетом, что-либо говорить о своих пользователях, это их и деньги, и более сложные интересы. Если мы говорим о развитии российского законодательства, нам, по сути, нужно определиться с несколькими вещами. С моделью доверия, либо мы идем по пути ужесточения, по пути создания сложных административных механизмов. Кстати, при этом нужно отметить, что, несмотря на то, что у нас уже и так сложное регулирование в этой сфере, у нас смешная ответственность за нарушения в сфере персональных данных, это отмечают в том числе все иностранные обозреватели, очень небольшая. То есть, с одной стороны, погрозить и сказать, что нехорошо, можно очень часто, а с другой стороны, к ответственности можно и не привлекать. Это такие осознанные риски. При всем при этом нужно определиться, с величиной этой ответственности, в каких ситуациях и за что она должна наступать. Кроме этого, нужно иметь в виду, что, конечно, нужно упростить регулирование в отношении электронных коммуникаций. В противном случае, вот эта электронная форма, невозможность электронной формы в информационном пространстве и требование письменной формы и согласия будет продолжать благополучно мешать. И нужно отметить, что в этой связи закон будет присутствовать, он будет декларировать защиту, в том числе информационного пространства, но на практике его никто соблюдать не будет. И, наконец, нужно отметить, что вообще-то вся эта сфера в силу международного характера отношений и в силу того, что она затрагивает и, общественную жизнь в нашей стране, на самом деле это вопрос политический, в какой мере и с какими, условиями должны субъекты, гражданин общества и государства здесь взаимодействовать. Надо позволить себе закончить презентацию в электронной форме организаторов. Спасибо. Спасибо вам большое за содержательное выступление. Последнее выступление, сегодня я, разумеется, имею в виду, Шлегель Роберт Александрович, депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из инициаторов сегодняшних парламентских слушаний. Спасибо большое. Я, на самом деле, у меня был небольшой доклад, но я думаю, что
этот доклад уже невозможно озвучить. Я хотел бы, с одной стороны, поблагодарить вас за то, что вы сюда пришли, и тех, кто нас сейчас смотрит, потому что я знаю, что у нас порядка 100 человек, кто у нас смотрит онлайн. И мы сейчас как раз с Сергеем обсуждали, кто бы мог подумать, там, 10 лет назад, в 99-м году, вот, например, что на сегодняшний день интернет будет составлять, представлять собой 50 миллионов человек, и мы здесь с вами будем находиться. Однако этими парламентскими слушаниями мы хотели продемонстрировать, что Государственная Дума открыта абсолютно для тех, кому интересна специфика сети интернет, для тех компаний, которые работают в интернете, для тех общественных организаций, которые занимаются деятельностью в этой сфере. В частности, например, мы эти парламентские слушания готовили вместе с РАЭК. Я хотел бы извиниться, если кому-то сегодня не удалось здесь выступить, но я думаю, что у нас будет еще не одно, не два, и, надеюсь, не три, а значительно больше мероприятий, в том числе и в этих стенах. На самом деле, удивительно, но не так часто в этих стенах, конкретно в этом зале, собирается такое количество людей, о том, которые знают, как изменится мир в следующие несколько лет, в следующее десятилетие. А изменится он очень сильно, и я думаю, что говорить о том, что интернет – это какая-то отдельная отрасль, это какая-то отдельная среда, мы не можем. Интернет глобально повлияет на все, на наш образ жизни, на то, как мы живем, как мы тратим свои деньги, как мы получаем образование, медицинские услуги, на государство, на структуру принятия решений в государстве. И для всего этого нужны законы. Совершенно очевидно, что мы без этого не сможем развиваться как страна, как государство. И если кто-то сегодня в нашей стране говорит о модернизации, то, в принципе, я могу сказать, что в рамках законодательства это одна из важнейших тем. И здесь не должна идти речь о том, что нам нужен там редакция одного закона или изменение только в один какой-то закон. Нам нужен глобальный подход к изменению в целом нашего законодательства, к написанию новых законов, которые бы отражали универсальность той среды, которая представляет собой интернет. Да, речь идет здесь и о медиа-среде, речь идет и о преломлении других сфер, и о чем сегодня много говорили, о нарушении законодательства. И поэтому я думаю, что здесь нужно говорить не только о самом содержании, я хотел бы сказать не только о содержании, я хотел бы сказать о форме этой работы. Сегодня уже говорили о том, что мы предлагаем создать рабочую группу при президенте Российской Федерации. Я думаю, что это может быть и рабочая группа в рамках Академии народного хозяйства. Но совершенно очевидно для меня, что на сегодняшний день существует несколько групп, которые занимаются законодательством в этой сфере. И совершенно очевидно, что представители этих групп сегодня здесь выступали. Наверное, не все. Но если говорить о том, как идет эта работа, то эта работа идет параллельно. То есть эта работа, она не направляется фактически никем, кроме тех, кто непосредственно в этой работе участвует. В этой работе практически не принимают участие широкие слои наших граждан. То есть у нас был опыт выкладывания в интернет того законопроекта, о котором сегодня говорила Ольга Владимировна, и Олег Викторович, и Михаил Александрович. Но пока мы не нашли тех механизмов, которые позволили бы нам получить живой отклик. Но между тем, готовя на сегодняшний день рекомендации к этим парламентским слушаниям, благодаря РАЭКу мы смогли получить достаточно много содержательных замечаний, пожеланий к той работе, которая идет сегодня в стенах Государственной Думы, и поверьте, они будут учтены. Я предложил бы вам по результатам сегодняшнего диалога, по результатам сегодняшнего мероприятия, ваши пожелания, ваши предложения отправлять и в комитет наш, и, может быть, персонально кому-то из участников. Я думаю, что и РАЭК в этой ситуации может быть той площадкой, на которой будут предложены различные изменения в законодательстве, которые актуальны для тех сфер, в которых вы работаете. Также хотел бы сказать, что на самом деле площадка, которая должна аккумулировать весь этот процесс, она уже существует. Это сайт Государственной Думы. Я надеюсь, что к следующему созыву нам удастся сделать так, что на этой площадке мы сможем вести постоянную дискуссию, постоянный диалог о том, каким мы хотим видеть законодательство. Это касается не только сферы сети интернет, это касается всех сфер. И, безусловно, в рекомендации наших слушаний сегодня
сегодня есть пункт, который отражает эту идею, который, это обращение к тем, кто занимается сайтом Государственной Думы, разработкой сайта, чтобы у всех пользователей сети интернет были возможности предлагать свои поправки, свои изменения в законодательство. Наверное, на этом хотелось бы закончить. Извините за некоторый сумбур, но время у нас, к сожалению, жестко регламентировано. Еще раз хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли к нам, и надеемся, что мы увидимся скоро и на Арифа Кибе, и на других мероприятиях, которые проходят. И я хотел бы еще раз отдельно подчеркнуть, что двери Государственной Думы для вас всегда открыты. Мы открыты для сотрудничества и ждем вас здесь еще раз. Спасибо. Особенно это коснулось тех, кто долго стоял в очереди. Да. Коллеги, спасибо всем за участие. Я действительно извиняюсь. Вот там адрес, говорят, вывесили. Вот теперь можете написать. Увеличьте его покрупнее, сделайте, а то я его диктовал быстро. Я извиняюсь перед теми, кто просил слова, но мы действительно вышли за регламент, и у меня уже через 3 минуты начинается следующее мероприятие. Я просил бы 2 вещи. Первое. Ваши пожелания, ваши предложения, тексты ваших выступлений непроизнесенных передать в рабочую группу, в комитет. Второе. Пожалуйста, ваши предложения, замечания по проекту закона. Вот на этот сайт, обозначенный на экране, присылайте. Ваши замечания и предложения к нашим рекомендациям, которые в окончательном виде мы еще неделю будем дорабатывать, также присылайте на этот сайт. И мы надеемся, что совместными усилиями мы найдем решение всех вопросов, связанных с развитием современного интернета. Спасибо вам за участие.